Нарушают не только водители, но и пешеходы, которые сами зачастую создают аварийную ситуацию на дороге. Сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию. Наряды ДПС были приближены к местам наибольшего пребывания людей. И особое внимание уделяли тем, кто переходил дорогу не в положенном месте. Таких нерадивых пешеходов оказалось порядка 40. Все нарушители заплатили штраф размером 500 рублей и выслушали поучительную лекцию от инспектора. К слову, в два раза больше придется заплатить тем пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, да еще и в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД просят быть предельно внимательными при пресечении проезжей части, двигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам. В темное время суток по возможности одевать одежду светлых тонов и обязательно использовать светоотражающие элементы. Игнорирование правил может привести не только к штрафу, но и к тяжелым последствиям. Уважаемые пешеходы, убедительная просьба, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в установленных для этого местах. Будьте внимательны на дороге. Даже если для вас загорелся зеленый сигнал светофора, убедитесь в своей безопасности и только после этого переходите дорогу.